Сегодня у нас 5 декабря 2015 года. Вот мы отправляем книги. Это в США и по России. Полный комплект. По 38 книг. Принять их на Силавкина. Открытым оком. Ну и другие там книги тоже. Вот братья носят. Вот брат Сергей приехал в Пупкову. На машине на своей. Поможет нам до почты увезти. Там еще одна. Ага, сходи. А где вторая? Вот здесь где-то она в тамбуре должен быть. Вон Никита. Никита ее берет? Да. Это в салон. Никита, отдай им. Там еще чуть осталось книг. В салон это только. В салон. Салон. Да, сбоку. Так, ладно, пойду я посмотрю. Никита опять загружает. Все? Все, сейчас еще одна коробка. Зашла, смотри, прям куда. О, осмелилась, да, умница наша. Ну, все дующие дохвалят Господа. Ну. Сергей еще несет вторую. Игруля. Ага. Игруля. Игруля. Вот это у нас ползунул 6. Город Барнаул. Слава Богу за все. Вот сегодня продолжаем 5 декабря 2015 года. Привезли книги Игнатьевна Силапкина на отсылку. В США, по России. Вот брат Никита сейчас понес на почту. Почта России. Вот брат Сергей тоже. На своей машине. Книги тяжелые. Вот это здание как выглядит. Надо заносить на почту. Почта России. Еще одна в багажнике. О, коробки появились. Коробки появились наконец-то. Вот у них Никита еще за коробками пошли. 38 книг вмещается. В одну коробку не вмещается, потом в двух коробках. Одна будет поменьше, другая побольше. Это площадь Советов называется у нас в городе Барнауле. Там администрация, видно флаг российский. Вот Никита вторую коробку берет тоже. Сейчас будем отправлять. Открой, Сергей. Скажи, слово Божие, что они курят? Я вообще не хочу. Не против, тоже ничего.
что, сейчас мы будем заполнять коробки, на это уйдет много времени. Я пока отключусь. Сегодня 5 декабря. Отправляем по почте книги в Россию, по России и в Соединенные Штаты Америки. Вот отделение Почты России. Володя уже готов. Вот центр. Вот на Вашингтон. Московская область. Румянцево. Отделение. Такая вот обстановка. Какие-то кастрюли. Так, а что, это уже надо переворачивать, чтобы они чистенькие были. Как там переворачивать? Это исполнили? Так, здесь вот так положить, надо запихнуть. Я открою. Ну правильно, вы газетки вот так кладете, их надо сминать, тогда они объем создадут, а так только вес. Ладно. Это же у вас для этого, правильно? Да. Вот так надо по одной лучше. Все, у вас будет объем. Так, Вот так.
съемочки для чего? Для отчета? Отчет. А? Отчет. Есть история. Не пишите, я заклею скотчем, придется вам еще расписать. Здесь можно, да? Здесь можно? Нет, у вас. Тут заклеится. Куда я тут запушиваю? Да? Я оклею, а потом вы подпишите. Ага. Давайте так. Так, здесь у нас, смотрите, тут оклею. И, собственно, фамилию пишите, а все остальное есть вот здесь. Больше ничего не надо. Если ссылка, это самая большая, конечно. Да? Самая большая. Если больше, то это в строительных магазинах. Так, вот эту тоже делайте так же. Нет, у вас это... газет много? Нет. Вот так. Мне надо, чтобы не проваливалось, чтобы будет доктор хороший. Для ваших коробочки все должны быть чистые. Куда мы перевернулись? Вот этого не должно быть, это бэушная коробка. А, скотч? Да, она должна вот, видите, чтобы чистенькая была. А тут все перемотано. Только выворачивать надо, она вся у вас проскочит. Она вывернется? Сейчас будешь разрезать ее, да? Ну там же шов должен быть. Вот он, скрепление. Ну а если вас купить? Мы это сделаем, зачем вам покупать, если у вас есть коробка? Так, я выкладываю, значит, да, снизу? Да. Если вы вернете.